руки забинтованы. Сергей Тимин несколько дней провел в реанимации и лишь пару часов назад пришел в сознание. На его теле больше сотни рваных ран от женских ногтей, топора и кувалды. Ну, сейчас вот я забинтован, у меня практически нет двух пальцев на левой руке. У меня порезаны все руки. Не знаю, что с жилами, что с сухожилиями, я просто не знаю. Врачи еще пока не могут сказать, потому что нет вердикта. Но на голове вы видите, что происходит. Нижегородского бизнесмена Евгений Новиков, 5 канал.